Уважаемые гости, мы готовы начать нашу презентацию. Просим всех подойти сюда. Да, я же... А вот сейчас настроим. Там ребята спорят. Тимур можно дать, смотри. Дай, пожалуйста. А вот Тимур, камера, слушай, здесь, вот, возьми сюда. Давайте. Галина, спасибо большое. Сейчас еще. Тимур, да? Да, конечно. Ой. Нет, сейчас мы будем уходить, да. Добрый день, дорогие друзья. Мы рады приветствовать вас в Серпуховском историко-художественном музее. Сегодня мы открываем персональную выставку Федора Валентиновича Помелова «Мой Серпухов», приуроченную 680-летию города Серпухова. Слово предоставляется директору Серпуховского историко-художественного музея Олейниковой Жанне Сергеевне. Спасибо большое. Спасибо огромное, что вы сегодня с нами. Такой ненастный день. Я думаю, что мы сможем раскрасить ваше настроение яркими красками благодаря работам Федора Помелова. Для нас эта выставка действительно событие. Ей мы открываем юбилейный год нашего города. Серпухов в этом году отмечает 680 лет. И в выставочном плане мы изначально запланировали такую выставку, которая будет показывать Серпухов в красках, Серпухов в цвете, Серпухов через его улицы исторические, через улицы красивые, через улицы, которые нуждаются в преображении сегодня, через тех людей, которые делают его историю. В общем-то, все то, чем богат наш город, я думаю, что в творчестве Федора Помелова нам представляется как нельзя лучше. И мне хочется отметить то, что эта выставка, она готовилась, надо сказать, совместными усилиями. Это не часто бывает, когда художники так активно участвуют в создании выставочного пространства. Здесь я хочу сказать большое спасибо, Инесса Александровна тоже подошла, Федору и Инессе Помеловым за то, что они так трепетно, так самоотверженно готовили эту выставку, наверное, мне кажется, в течение 2 недель. Представляете, вот кажется, повесить, ну что здесь такого, создать выставку. На самом деле это большой труд. Большой труд еще и при том, что Федор, он невероятно трудолюбивый художник, который, я не знаю, кто досчитал ли свои работы, но я могу озвучить некоторые цифры. Более 100 выставок уже на счету у художника, более 100 публикаций и более 100 наград. Среди них благодарности, грамоты, дипломы. Мне кажется, что это то, что заслуживает аплодисментов. Я прошу вас. И то, что у нас действительно очень сложно в Серпуховском музее обстоят дела с выставками. Мы бы очень хотели максимальное количество показывать их в год, но имеем, скажем так, то, что имеем, не так много, но все-таки проводим эту выборку. И когда мы Федору сказали, что у нас в плане выставочном, так было приятно. Его отзыв, его отклик, он действительно ждал этого, и мы, в свою очередь, тоже. Серпуховский музей тоже ждал возможности показать, познакомить с творчеством Федора Валентиновича. Вот. Что еще хочется сказать? То, что выставка, она такая непростая, не только представляет живопись, но в некоторых залах мы имеем возможность представить интересные видеофильмы, которые снимает Федор. Я не знаю, так ли много, как пишет, но действительно очень много, и это очень любопытно. И еще то, о чем хочу сказать, это то, что уже выставка была открыта у нас неделю, сегодня мы проводим презентацию, и уже книгу отзывов, она полна очень добрыми, приятными отзывами. Я вчера хотела вам отправить, так это не успела сделать, но люди прямо отзываются, общаются с нашими смотрителями. Очень тепло об этой выставке, я думаю, что все еще тоже впереди предстоит. Вот. Большое спасибо, что откликнулись на наше приглашение, все, кто сегодня с нами, это очень приятно. Вот. И, наверное, да, передаю слово дальше, да? Потому что это действительно большое событие. Мы открываем юбилейный год города, выставкой Федора Помелова «Мой Серпухов» в нашем музее. Федор Помелов родился и вырос в творчестве.
московской семье, в молодом городе физиков Протвино, что находится неподалеку от старинного Серпухова, знаменитого своими монастырями и храмами. Совсем рядом Таруса, Поленова, Дворянинова, Подмолова. Уважаемые гости, слово предоставляется временно исполняющему полномочия главы городского округа Протвино Колотовкину Альберту Евгеньевичу. Дорогие гости, ну, наверное, погода специально такая, чтобы мы все были сегодня здесь. Вот. Поэтому мы очень рады, что в этих исторических стенах выставляется наш молодой художник. Молодой город, молодой художник. Поэтому очень также рады, что у нас очень тесные связи с Серпуховским историческим музеем, и что вот буквально в прошлом месяце ваши работы были у нас в музее, теперь мы выставляем все у вас. Действительно, у Феди очень своеобразная манера, и мы много с ним очень спорили. Я очень рад, что он работает, что он в творчестве, ему хорошего творческого вдохновения, да, и поэтому всех с праздником. Я думаю, что это не последняя выставка. Серпухов начинает свое 680-летие. Вот, Протвино к этому будет двигаться, потому что, вот буквально я говорил, мы тоже недавно прямо на футбольных полях города нашли остатки селища 10-12 веков. Поэтому тоже стремимся к нашему соседу с праздником. Предоставляется удачному тербе Серпуховского округа отцу Игорю. Добрый день, уважаемая Жанна Сергеевна, уважаемый Федор Валентинович, дорогие братья и сестры, позвольте мне от лица духовенства Серпуховского церковного округа поблагодарить вас, Федор Валентинович, за ту красоту, которую вы подчеркиваете в своих картинах. Здесь вы передаете исторический контекст города. Передаете красоты нашего родного, любимого Подмосковья. Желаю вам, вашей семье, вашей команде, чтобы вас никогда не покидал творческий мир, чтобы Господь управлял вашей кистью именно так, дабы вести людей по Христу, взирая на ваши полотна. Всех вас поздравляю с наступающим праздником Преображения, который уже не за горами, яблочный спас. И желаю преображения каждому из нас в своем сердце и в нашей жизни. Хранимся к Богу. Не только историческое окружение и уникальная природа вдохновляли Федора Помилова на творчество. Реальные люди, современники, живущие рядом и преображающие эту землю, тоже мощный стимул работать. Выставка «Мой Серпухов» – это дань любви и благодарность земле, на которой вырос и живет художник. Уважаемые гости, слово предоставляется художнику Помилову Федору Валентиновичу. Я как во сне, как в сказке, честно говоря. Да, что сказать? Я, конечно, очень рад, что наконец-таки моя мечта осуществилась, моя выставка в залах Серпуховского историко-художественного музея. Я к этому долго шел, и действительно, вот, про выставку я хочу сказать, это 90% работ, которые здесь представлены, это написано за последние 1.5-2 года, это все посвящено Серпухову. Я ездил зимой, осенью, в основном зимние, осенние работы тут. Ездил по Серпухову писать, потом тут Дракина, Кучно-Нанари, Кучно-Накину, вы, наверное, видели. И это все написано, ну, как сказать, это все с натуры написано. Почему зимой и осенью? Я люблю архитектуру писать, и, конечно, зимой мне удобнее видеть архитектуру. Летом все зеленое, все, в общем, не так интересно. А то, что зимой и действительно и в 15 градусов минус, и в 20, и у меня еще вот моя техника, это
а-ля прима, это когда я приезжаю, я пишу вот и дома. Такие форматы метровые. Я остановлюсь, и вот пока не закончу, не уезжаю. И, конечно, ну, это мне, мне это ближе, и мне это больше нравится. Ну, это что касается выставки. И, конечно, я начинал когда работать, я, может быть, меньше задумался о грядущем юбилее, а потом больше втягивался и стал по-другому воспринимать сердце. Потому что все время, ну, раньше как-то я был более равнодушным, когда я учился, годы моей учебы, это училище 905 года, Сульковский институт художественный, и все время у меня не было автомобиля, вот электричка, там вот работа, Курский вокзал, как раз представлю, с Курского вокзала до Серпухова, Серпухова на 27-й автобус, и как-то по одной улице ездил, и... а тут действительно я когда вот начал ездить по городу, когда начал, ну, уже на своем автомобиле, просто понял, что Серпухов, я много по России где бывал, но ни с чем не сравнимый город. Своими монастырями, своими церквями. И вот я надеюсь, что вот это вот для меня это вот этап, конечно, я не еще больше сетку, думаю, продолжу работать и дальше. Так что все может быть, что еще когда-то сделаю выставку. Может быть здесь, может быть, в выставочном зале. Но я, конечно, очень благодарить всех, кто приехал, действительно, из Москвы, из Тарусы, из Протвино, из Подольска, из разных совершенно мест. Мне очень приятно, что все свои дела бросили, приехали. И хочу поблагодарить Жанну Сергеевну, поблагодарить, потому что если бы не Жанна Сергеевна, я бы, наверное, еще бы до 700-летия ждал. Можно до 700-летия бы мне позволить здесь делать выставку. Позволить, наверное, в самых шикарных залах. Потому что тут год назад Семирадский был, сейчас Гоголь прошла выставка большая, и я. Конечно, ну, выставки, я считаю, для художников, они окрыляют и помогают работать дальше. Потому что когда я хочу выставляться, и есть возможность выставляться, конечно, я хочу дальше работать, я лично. И то, что вот есть такая возможность, именно к юбилею, в этих залах, ну, там у меня еще вот зал вот, с моими машинелями, это тоже не просто так, это тоже, это мое новое увлечение, это тоже я с натурой езжу совершенно разные, ну, тут в основном все поповские. Вот, скажите про машину, которую вы нашли. Да, вот машину, там этот вот серпуховский завод, этот вот автоколяска, как называлась, инвалидка, которые делали в Серпухове. Я нашел его под Ржевом, на одной бензоколонке. Там, видимо, у хозяина большая любовь к автомобилям, у него много. Я смотрю, там еще увидел девочку серпуховский, завод 68-го года выпуска. Естественно, я в жару, а это было начало июня, было очень жарко. Я вот стоял там, на протяжении 5 часов, написал эту машину. Там корабль. Корабль тоже в затоне, на оке. Это Борис Голубцов мне посоветовал тоже. Он сказал, съезди в Затон. Это мое новое увлечение. И, кстати, вот сегодня еще открывается выставка в Москве в художественном лицее московском. И там параллельные миры. В общем, моих там 6 работ вот, из этой серии. В 5 часов все открывается. Но, а так, там еще немножко моей керамики, это тоже моя керамика, это тоже вот я езжу на симпозиумы керамические вот, с мамой и тоже занимаюсь керамикой последние годы, и мне это очень нравится. Ну, вот, еще хочу сказать большое спасибо Светлане Ивановне, вот фамилию, к сожалению, не знаю, которая помогала нам делать выставку. Она, конечно, ей было тяжело, она еще там параллельно занималась другими выставками, но она все сделала великолепно. Развеска, этикеточки, ну все. И вообще ваши сотрудники относились так, ну мне было приятно. Даже вот я всегда к смотрителям, все-таки суровый смотритель, а тут, когда неделю назад было первое открытие, ну начало работы, ко мне смотрители с первого этажа подходили, просили эти мои плитики, а можно расписаться, а можно распишитесь. Конечно,
Для меня было очень приятно именно вот от них услышать, что они-то тут живут в этих шедеврах и понимают толк. Ну, Жанна Сергеевна, еще раз вам огромное спасибо. Музею, музейным сотрудникам, всем спасибо. Я не знаю, все вспомнил. Ну, я, конечно, волнуюсь, хотя чуть, наверное... А, я вот еще хотел что сказать. Сейчас вот это, да. Ну, мой отец, вот он, да, тоже художник, но вот в августе месяце, вот скоро 20 лет, как его нет с нами, но я хочу сказать, что они с Инессой делали выставку в стенах музея в 83-м году, летом, вдвоем. И я люблю считать, вообще, я еще в шахматы играю немножко, просто, и я посчитал, что отцу было в 83-м году 44 года. Как и мне сейчас 44 года. Я тоже как-то вижу в этом какой-то, какой-то вот, ну, знак, да. Вот, и я думаю, он был бы доволен, потому что он знал всегда, что это художник. Я это не знал, а он знал. Вот, наверное, все. Вы еще проведете первую экскурсию, да? А, я проведу, да, да. Расскажете. А пока это Михаил. Да, вот, а да. Еще одна грань таланта художника – его плодовитость и скорость написания работ. Художник обладает своим неповторимым стилем работы, пишет на одном дыхании. Кажется, что Федор Помелов не ждет, пока природа удивит его. Он пишет ее такой, какая она предстает перед ним день пленэра. Слово предоставляется искусствоведу, редактору журнала «Юный художник» Иванову Никите Михайловичу. Добрый день. Выставка, которую мы с удовольствием сегодня посмотрели, называется «Мой Серпо». И, наверное, Федор мог бы своим, моим назвать каждый город, где он побывал, со своей, своим мольбертом, палитрами. Потому что он приезжает в каждый город и начинает его любить. И любит его через живопись. Это очень важно, потому что любить мы можем любить, потом что-то забыть, а у него это все остается. И остается и как художественный документ того места, где он пишет, и как глубоко образное произведение искусства. Образное, потому что это не какие-то вот лессировочные рядовые композиции, которые каждый там акварелькой может написать, а это настоящая живопись, которая сделана буквально физически, таким напором чувств, силы, темперамента. И вы посмотрите на каждую работу, это просто скульптурная работа, рельеф почти. Настолько вот краску, как он из тюбика ее выжимает, как он ее распределяет по холсту. Это достойно уважения, прекрасно, это очаровывает себя. Именно вот этот вот факт живописи самой. Он берет совершенно странные мотивы, допустим, какое-то общежитие ткацкой фабрики. Ну, для всех это как бы, ну что, ну вообще. И он из этого делает такую вещь, как вот Поленов делал, как делал Левитан. Из какого-то простого мотива он делает шедевр, в общем. Федор, я тебя поздравляю. Мы уже на многих выставках стоим. Надеюсь, еще спасибо. Слово предоставляется искусствоведу Белову Семену Самойловичу. Ну, я, Федор, вдвойне рад, потому что я впервые приехал в Серпухов, так, в 1974 году, когда ты родился. И я работал в Главном управлении культуры Мособл, с полком, и как раз этот город курировал по реставрации. И мне очень дороги вот эти все места, которые ты запечатлел, и они как будто вот живые. Это и Ладычный монастырь, и Высоцкий монастырь, и Подмоклово я был, и
будущем играть Семеновичами в кино, и вот так вот я вот в молодость свою вернулся. Так что им большое спасибо, я очень рад, что все это сохранилось, и все в таком хорошем состоянии. Это было гораздо хуже, конечно, в те времена. Но, тем не менее, все это живет, и я рад, что вот ты, человек ищущий, что ты не сидишь, вот некоторые художники сидят в мастерских, и там редко как-то выходят, редко как-то выставки участвуют, хранят, как скупой рыцарь свою работу. А ты вот каждый год, в этом году уже у тебя несколько выставок, в прошлом году, в Тарусе было, это самое, в Боровске, про Двино там были выставлять, я сам выставлял. И в Академии искусств, и вот мы писали о нем в нашем журнале «Юный художник» вот Никита Михайлович. Так что человек, который вот действительно, он, так сказать, в авангарде искусства, так сказать, и Москвы, и Московского. Так что поздравляю. Еще раз поздравляю. Еще раз хотим поздравить Федора Помилова с открытием выставки, пожелать здоровья, долголетия, гармонии в душе, неиссякаемого вдохновения. Позвольте считать нашу выставку открытой и просим автора провести нам экскурсию по выставке. Спасибо. А поздравить можно? Я очень коротко, я понимаю, что все ждут выставку. Я всегда с большим удовольствием посещаю Серпуховской музей. Люблю привозить сюда своих гостей, и каждое посещение – это очень приятные моменты приносит в жизнь. И вот сегодняшнее посещение – это большое такое открытие, большая радость. Давно знаю семью Помилова, и рад, что сегодняшнее посещение связано с персональной выставкой. Поэтому поздравляю, желаю двигаться дальше. И вот у меня такое убеждение, что многие успехи Федора связаны с тем, что рядом есть верная мама. Поэтому цветы не носи. Центра самые теплые, самые сердечные слова поздравления с открытием этой выставки. И, конечно, слова благодарности за нашу совместную работу. Мы очень благодарны вам и Инессе Александровне, что очень часто вы у нас выставляете. Ну и, конечно, наверное, вы единственный, уже можно это сказать на сегодня, художник, который сделал городу такой прекрасный подарок. Сегодня очень много говорили о вас, и действительно о вас можно говорить очень много, потому что вы не просто талантливый человек, но вы труженик. Вот уже Жанна Сергеевна говорила, если открыть интернет и посмотреть, какое количество выставок, какое количество музеев, где ваши есть произведения, пленэры, поездки, то есть это действительно труженик, труженик и труженик. И, наверное, когда талант и труд, и получается такой хороший результат. Отдельно мне, конечно, хотелось сказать про зал, где машины, да, вот эти машины. Я знаю, что вы не так давно занялись вот именно написанием, как это назвать, в общем-то, старых вещей, что ли. Но, вы знаете, вот когда на них, вот лично мое восприятие, вот когда на них смотришь, вспоминаешь все. Действительно, вспоминаешь молодость, юность, кто-то вот свое детство, смотря на эти вещи. И эти вещи, наверное, потому что они наполнены теплом людей, которые с ними были связаны, они действительно излучают тепло. Вот мне хочется вам пожелать дальнейших творческих успехов. И чтобы действительно вот это тепло, солнце, душевное тепло зрителей, которые видят ваши картины и действительно радуются, оно переходило к вам. И вы создавали многие-многие годы такие же прекрасные полотна, такие же картины. Хотелось бы мне еще сказать, что, наверное, талантливый человек, он талантлив во всем, да? И живопись, и графика, и керамика, что, в общем-то, было, например, для меня неожиданностью, что вы занимаетесь так, но это уже Инесса Александровна, конечно, постаралась. Вот. Поэтому сегодня, говоря добрые слова вам, мне, конечно, хочется сказать добрые слова Инессе Александровне.
Вы выросли в такой прекрасной семье, и просто невозможно было не стать художником. Вот, поэтому, Инесса Александровна, мы тоже поздравляем с этим праздником, тем более в этом году и ваш юбилей. Вот, и хотя юбилей-то у вас такой еще маленький, вам лет-то еще не так много для художника маститого, но действительно за плечами очень и очень много. Поэтому, может, микрофон оттам, чтобы не мешался. Да, это вам и дальнейших вам творческих успехов. Много говорить не буду, от выставочного центра «Продвино» мы тебя любим, ценим, уважаем, надеемся, что это взаимно. Желаем творчества на долгие годы, оптимизма, и мы тебя очень-очень любим. И надеемся, что такая шикарная выставка должна быть у нас тоже. Дай поцелуй. Добрый день, Полина Карина. Федор, конечно, начну с поздравлений. От всей души поздравляю. Но о тебе много сказали. Хочу поговорить о твоих работах. Хочу сказать о работах, которые сегодня здесь увидели. Часто то, что назвали историческим наследием, полуразрушенное здание, старое здание. Я тоже художник, нас учили. Если вы изображаете что-то, что связано с грустью, а уходящее – это всегда грусть, то соответствующие краски должны быть. Художник должен передать это грустное настроение. А я смотрю на работы, и ничего грустного я не вижу. Я вижу, наоборот, жизнеутверждающие такие работы. Это историческое наследие, эти старые объекты, полуразрушенные. Они представлены жизнеутверждающе, ярко, красочно. Появляются мысли совершенно другие. Художник уже заставляет нас работать. Появляются мысли, что эта душа же изображена, наверное, потому что что вечно? Уходит материальное. Душа вечная – это то, что остается. Изобразить душу объекта и сделать так, чтобы мы увидели эту душу, мне кажется, это очень большой талант для этого нужен. И за это спасибо, Федор, как настоящий художник. Меняешь наше мышление, меняешь наше видение мира. Это задача максимума для художника, и она, мне кажется, выполнена. Спасибо тебе. Я поздравляю тебя еще раз. И я поздравляю всех нас с этой выставкой за то, что у нас есть шанс приобщиться к этому, посмотреть твоими глазами и в следующий раз, увидев какой-нибудь старый объект, не грустить, а радоваться, и если он на твоих картинах, то радоваться еще тому, что он пошел в вечность. Он запечатлен, он отражен, и он живет. Я скажу от имени художников Протвино и Сергукова. Федор у нас настоящее наше наследие. Потому что мы уже, конечно, уходящие, а здесь такой талант идет нам вслед. Мы очень рады, что наша земля неиссякаема такими талантами. Я поздравляю тебя. И большая честь такого музея выставиться. И с юбилеем города, и всего самого доброго, особенно творчества. И для нас это особый поклон за такого сына. И Москва. И Москва. Дорогой Федор, в этот радостный день для тебя, очень волнующий, я желаю тебе новых польских успехов, много хороших работ, здоровья, спонсора обязательно, вот, хорошего такого. И Инессе Александровне желаю многих лет жизни и порадоваться на успехи сына. Вот. Ты молодец, ты сделал много, мы от тебя ждем еще больше. Жизнь. Всего доброго.
Здравствуйте. Я два слова от непрофессионала. Когда мы познакомились, я учился в институте. Все было очень так интересно, начинающе, но он уже, будучи студентом, он был такой маститый человек, потому что уже все сказано, он из такой замечательной семьи. Вот сегодня он уже, так сказать, маститый мастер, которому предоставлена возможность персональной выставки в столь замечательном и известном в нашей стране музей, это говорит о многом. Я поздравляю его и очень поздравляю моего близкого друга, его маму, вот, с этим замечательным успехом. Будем дальше следить. Я вообще каждый день смотрю на его работы, какие у меня есть. Вот, так что всех благодарю. Я сейчас признаюсь вам, что я иногда по-родственному позволяю себе Федора критиковать. В общем, я, наверное, его главный критик после Гильева мыла. Жаль, что его нет, но он, я думаю, после этой выставки разразился бы потрясающими стихами новой статьей. Федор, что я хочу тебе сказать? Я восхищена твоими работами. Мне очень понравился дом с часами. Мельница вот последняя такая летняя, ну, в общем, масса, портреты замечательные. Я тебя поздравляю, замечательная выставка. Я полностью согласна с Кариной, кроме одного момента. Она говорит, что главное уже достиг. А я думаю, что у тебя еще все впереди. Но сегодня ты уже достиг очень много. Замечательная выставка. И еще займу ваше внимание, хочу сказать, удивительно построена экспозиция, очень хороший музей. Я была в этом музее недавно на выставке Инессы, но вот это буквально было, наверное, лет 5 назад, 4 или 5 лет назад, 7, как время летит. Музей преобразился, стал еще лучше, еще краше. А вот зал, где показана машинерия, он вообще сделан специально вот именно для этой темы, именно для этих работ, с этими замечательными нишами. В общем, организация этой выставки со стороны музея тоже была такая необычная, нестандартная. В общем, замечательно. Поздравляю всех. Спасибо за внимание. Приготовила маленький подарок. Федор, я знаю давно и даже присутствовала при создании некоторых работ, когда мы ездили на пленэр. И однажды он на одном открытии сказал, что художник лучше нарисует, чем скажет. Так вот, чтобы он сказал это на своих холстах еще раз, я дарю ему такой небольшой творческий мужской букетик. Пожалуйста. Я еще хочу сказать по поводу того, лучше, чем нарисуем, скажу. Чем мне еще нравится живопись, занятие живописью, она не требует перевода. Вот что мне нравится. То есть если писать, я должен переводить. Хотя мне возражают, ну там японец или китаец, он по-другому. Все равно он по-другому видит, но все равно он видит то же самое, пейзаж. И вот то, что я в одном лице, и режиссер, и актер, и я же один создаю, и еще это не требует перевода. Любой человек на земле может понять работу. Но я не имею какой-то абстракции, но пейзаж. И вот это мне еще импонирует живопись, что, потому что я сам с языками сколько ни пытался обучаться, но не получается, не мое. Вот живопись — это тоже, чем мне проще высказать мироощущения, и это меня понимают иногда, не понимают, но нет. Спасибо. Да. Ну вот, да. Надо поговорить, да, пожалуйста, мы можем пройти в зал, если интересно. Пожалуйста.
оператора. Да, да, да.